За время операции было раскрыто 34 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидированы посевы мака, конопли и других наркосодержащих растений. Перекрыты каналы транспортировки, задержаны перевозчики и наркосбытчики. Прежде всего, цели и задачи данной операции направлены на выявление преступлений, связанных с изъятием из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. В текущем году за 9 месяцев выявлено 779 наркопреступлений, из которых 620 – это тяжкие, особо тяжкие. 530 преступлений связаны со сбытом наркотических средств. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 66 килограмм запрещенных веществ, как растительного 75% от общего числа, так и синтетического происхождения. Есть случаи и с опиатами, и опиоидами. Пресечена деятельность 10 наркопритонов. Зачастую в 70 случаях из 100 с наркотиками связаны мужчины от 20 до 40 лет. В основном это безработные, но иногда попадаются и студенты. Там есть избыт наркотических и хранение наркотических средств, да, и содержание наркопритона, а также и контрабанда наркотиков. В решении проблем наркооборота очень важна и помощь населения. В этом году в полицию поступило 19 сообщений от граждан. По всем проведены проверки, возбуждено 8 уголовных дел. Светлана Разганова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.